Ты будешь смеяться, но это и есть счастье. Каждодневное бытовое спокойствие. Мы рано или поздно распадемся на части, так что начинай получать удовольствие. Посмотри, это же мы скрипим стульями в ресторанах, пьем красные, едим недожаренные бифштексы, гуляем по улице, руки в карманах, напевая песни с глупыми текстами. Ходим в кино, по гостям, в баню, целуем любимых, гладим котов и собак, а порой просто валяемся на диване и разводим в квартире бардак. Ты не поверишь, но где-то там, в других городах, живут такие же обычные люди. Они также носят детей на руках и собой заполняют будни.